Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу о том, как оформить виртуальную карту в Сбербанк онлайн. Сейчас виртуальная карта Сбербанка называется «Цифровая карта». Чтобы ее создать через приложение «Сбербанк онлайн», нам необходимо на главном экране, где находятся все ваши используемые продукты Сбербанка, например, у вас уже есть дебетовая пластиковая карта, и под ней вы можете увидеть такую надпись, как «Оформить счет или карту», либо же в правом верхнем углу вы нажимаете на плюсик, это без разницы, куда именно вы нажмете, но в любом случае при одном из нажатий вы увидите все продукты, которые предлагает Сбербанк. И в том числе вы увидите цифровую Сберкарту. Чтобы ее оформить, вы увидите в самом низу такой зеленый прямоугольничек, и вы можете нажать на него «Оформить». И, конечно же, плюс такой карты состоит в том, что ее не нужно ждать. То есть, как мы заказываем обычную пластиковую карту. То есть, сначала мы ее оформляем, мы ее заказываем, а потом нам нужно ждать, когда она изготовится, когда она прибудет в отделении Сбербанка. Нужно прийти с паспортом, ее получить и только потом полноценно пользоваться. Преимущество цифровой или виртуальной карты состоит в том, что вы можете нажать «Оформить» и сразу же начать пользоваться этой картой. Конечно, это очень удобно, ну и плюс к тому, что можно даже не ждать пластик. Если вам необходим пластик, то вы его сможете заказать дополнительно, и через какое-то время он обязательно к вам придет. Но в любом случае, виртуальная карта и называется поэтому виртуальной, то что можно ей пользоваться без пластика, то есть будет номер, все как обычно у обычной карты, но она будет находиться только лишь у вас в телефоне, например, в смартфоне, то есть все данные о ней будут храниться в вашем мобильном приложении. То есть буквально в один клик это все оформляется, карта создается, и уже можно будет с этого же дня ей пользоваться. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!